похож на обман. Заброс куда-то на асфальт. Доброе утро, дорогие друзья. В этом году зима позволяет нам вдоволь налиться спином, теплая погода. Вырвались на домашний, можно сказать, водоем, но почему-то я здесь рыбачил последний раз очень давно. Красивое место, красивый сосновый лес, сегодня такой туманчик. Хорошее настроение, сейчас пойдем попробуем половить рыбу. Я уже когда собирал с Настей видео, что на водоеме довольно большой ажиотаж. Бесплатный водоем, но надеюсь, рыба в нем все еще осталась. Ну и 6 приманок в моей коробке, как всегда, подобраны исключительным образом сегодня для ловли щуки. Я ратлинг, кстати, взял. Приехали вовремя, люди ловят, но пока я рыбы не видел, я испытаю свою удачу. Опасно. Первая моя приманка, ратлин, вы его уже видели, он уже даже покусан. Еще 5 приманок. Сегодня будем ловить щуку, я надеюсь, мне так обещали некоторые местные. 2 фетика, это 2,3. Вот такой вот рыбрахвостик, 4-дюймовый, натуралочки. И 2 3-дюймовых рыбрахвоста, классика. Один ядовито-зеленый, вот такой вот, и один фиолетовый. Все 6 приманок, 5 рыбрахвостов и 1 раш. Щука, 8. Должна клевать. На самом деле зима, шел 121 день осени. Да я не могу выйти! Да не дай руку! Я добрал. Ухо холодная какая! Рыба быстрее, я чувствую, как вода холодная уже пошла. Пошла. Холодно. До этого я на этом водоеме ловил только коней. Но... Друзья по федерации, братья по оружию говорят, Мася, щука клюет, надо ехать. Вот, стою, как Иисус Христос, 20 метров от берега, по щиколотку глубины. Это первый будет момент. А второй момент будет в том, что щуку ловлю тут, можно сказать, впервые. Начал свою рыбалку именно с ратлина, активная приманка, хорошо собирает рыбу, пока у людей не ловится. Они же не самые глупые, правильно? И умеют ловить. То есть мастера спорта рядом со мной стоят, которые в курсе дела, но не ловят. Значит, надо что-то поставить то, до чего они пока не догадались. У тебя там клевало? Ратлином у нас пока не получилось. Но вот сейчас мы нашел фетика жирненького. Так вот раз. Thank you.
немножко про место, куда мы сегодня приехали. Это один из нескольких песчаных карьеров в городе Харькове. Водоем находится прямо в черте города. За моей спиной большая гора песка, красивейшего, намытого. Это значит, что работает земснаряд, и рельеф тут неравномерный. То есть всякие бугры, кочки. И у меня на этот рельеф зимой приходит бель, ну и приходит ее пастух щука, в принципе, за которой мы охотимся. Мы уже видели бель. Бель в этом месте присутствует. Видели очень большое количество рыболовов. Большое количество рыболовов с лодки ловят в этом месте. Ну, значит, рыба есть, просто может еще не время. Но пока мы поменяем локацию, сместимся на то место, где раньше работал земснаряд. Там тоже есть рельеф, говорят, и надеемся, может, там сегодня она клюет. Ух, эти местные водят меня тропами какими-то туда-сюда, как будто без зарядки тут не поймать. Вернулись опять на исходную позицию. Язык жестов. На экзамене на ком-то я нахожусь, привезли меня в какое-то место, я думал, сможешь тут поймать или не сможешь. Ваня буквально минутой ранее достал щучку такую до кило, до кила. Ваня минуту назад достал щучку до кила. Это пока наша единственная поклевка на троих. Вроде бы все правильно, но почему-то рыбы нет. Гнездо, не лови ее, не лови, да я поймаю. Я выматываю, уходи, уходи, я поймаю, уходи. Хорошо, я поймаю, уходи. Да совсем грамм стоит и так, и фет. Я столько все-то галю. Хорошая. Отлично. Уходи. Чуть-чуть левее. Я тоже. Вот так где-то. Ай, капец, капец. Ну, фетика. Ну как, ну как, ну как? Карьер, вода тут просто кристально чистая. Постоянно упирались далеко. Видели, что Ваня поймал. Но тут же была поклевка прямо под берегом. И вот вторую щуку я прямо вижу. Вот ее видно, она стоит 2 метра от берега. Сейчас мы ей поднос подадим, нашу приманку, и попытаемся ее поймать. Конечно, такую щуку лучше воблером, наверное, ловить. О, она ее заметила. Не, не решилась. Заметила, обратила внимание, но не взяла. А это? А это не реагирует.
Как она вдарила? Ай-яй-яй. Нет, она не полезла. Махонькая щучка с такой мощнейшей поклевкой. Вот. Тоже третья щука, которая клюнула. Прямо у ног стоит в берегу мелкая рыба. Ну, большая, к сожалению, не клюет. Ну, как вот ее отпустить теперь, это загадка. Но приятно. Ну, не самая большая щука, но поклевки, вот насладиться спиннингом в зимнее время. Обычно я уже со льда ловлю, чемпионаты по мормышке проходят. В этом году мы еще ловим и довольно успешно щуку на спиннинг. Ты передаешь этот обрыв, с которого я ее пойму? Просто сколько тут? 10 метров. Прости, родная, но по-другому. Чуть-чуть крупнее. Но большой пока непонятно, что делать и где ее искать. А вот как вот таких щук, ну, становится понятно. Уже четвертая поклевка. Первая бровка прибрежная, выход, тут есть такие пятна светлые из песка, вот она стоит на границах этих пятен, вот, очередная мелкая щука, но все равно кайфово она клюет, конечно. Тут ее не вариант выпускать, она разобьется просто. Назад, хожу туда-сюда, выхожу на обрыв, делаю 3 заброса, ловлю щуку, иду ее отпускаю с меньшего обрыва. И вот очередная щука идет домой. Далеко идти спускаться, мы сейчас аккуратненько вот тут вот с минимального обрыва, который тут есть, ее отпустим. Ух, вон она. Да. Домой. Классно. Ты видел? На веточку пожила, она такая около. Да стояла щука в берегу, я маленькая, я прям заметил. Она тут прям под веточкой. Я так под на веточку кладу, и она такая атакует прямо красиво так. Вот она, видишь? Просто кайфовая тема. Разобрались мы с прибрежной щукой. Да, она не крупная, но вот эти поклевки, кристально чистая вода, я прям вижу, как она выскакивает из коряги и берет мою приманку. Крутяк. Как отпускать их тут теперь на таком обрыве? Это не рыба. Ну совсем она. Совсем она маленькая. Ну кайфово все, клюет с поклевочкой. Тихо.
Вот это. Прищепка. Да ё-мо, шо они все, все не хотят щучкой? Я щучку пытаюсь бросить щучкой, а они падают как окунь. Хотел рассказать вам о том, как развивается сегодняшняя рыбалка, как все происходит. Приехали на этот карьер с целью половить джигом, довольно тяжелым, 7-10 граммов, далеко. Взял с собой для этого удочку 26 грамм, думал, но вдруг надо будет выйти на более тяжелые веса. Сказали, глубины там 6 метров, 7 метров есть. Вот. Попытались ловить далеко, из нас только Ваня, знакомый мой, хороший друг, поймал одну щуку, такую около килограмма, и все, и поклевок больше не было. Начали смещаться, искать, и вышли на такое интересное место, обрывистый берег, который образовался в ходе того, что моют песок, как бы берег постоянно осыпается, крутейший обрыв, и нету спуска вниз, и приходится ловить с обрыва. И вот в вот этом месте почему-то, прямо под берегом, мы заработали одну поклевку, сразу перестроили нашу рыбалку, я поставил 5 граммов, чтобы приманка сильнее подвисала, толстый флюр, максимальное зависание, и ловля буквально там 2-3 метра от уреза берег. Все поклевки классные, злые, щучка небольшая, но как бы интересная рыбалка, все практически происходит на твоих глазах. Пару из щук, которых мы сегодня поймали, мы их даже видим. И не только мы. На такой позитивной ноте решили закончить нашу сегодняшнюю рыбалку. Добавим в нее еще немножечко меда. Как всегда, проводим конкурс, разыгрываем 6 моих приманок, в этот раз это 5 пачек силикона и один мой счастливый раслин. И, конечно же, у нас уже есть победитель предыдущего конкурса. Уже достаточно большое количество комментариев, более 400 под роликом с карподрома «Жуки», делаю щуку. Мне понравился один комментарий, который написал Алекс Бородаенко. Алекс Бородаенко, сори, если не так прочитал. Комментарий следующий. Это просто мечта. Говорю честно, потому что в Казахстане все больше щука до 2 кг. И чтобы найти ее, надо отмотать до 300 км. Я знаю, что такое трудовые рыбалки. Я надеюсь, наши приманки в Казахстане помогут вам поймать большую щуку. Ну и буду ждать от вас фотографий. Ну и в скором времени мы свяжемся с вами и отправим вам подарки. Ну на этом все. С вами был я, Максим Несерцов. Увидимся.